Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. На 90-м году ушел из жизни советский государственный и партийный деятель, министр общего машиностроения СССР, 1983-1988, секретарь ЦК КПСС, 1988-1991, герой социалистического труда, 1976, Олег Бакланов. О его смерти сообщил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Д. А. Рогозин в своем твиттер: «Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР. Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким». Олег Бакланов занимал пост министра общего машиностроения СССР в 1983-1988 годах. Был главой ракетно-космической отрасли СССР с 1985 Гуарджонмус по 1988 год. Тогда же курировал государственную программу по созданию многоразовой транспортной космической системы «Энергия» «Буран». После этого до 1991 года был секретарем ЦК КПСС, с 18 по 21 августа 1991 года являлся членом ГКЧП, после этого находился под стражей по обвинению в попытке захвата власти до января 1993 года, позже был амнистирован. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.